Сейчас мы продолжаем дальше наше путешествие по Октябрьскому поселку, который практически стер с лица земли. И мы приехали к одинокой пенсионерке, пожилой женщине, и предоставили ей продуктовый набор. Это все было благодаря, возможно, фотовыставке «Донбасс в огне», которая организовала «Антивойна», «Антивойна Сургутконцерт». И благодаря замечательной управляющей компании «Гидро», «Юргогидрострой», которые жертвовали свои средства. Вот мы благодаря этим средствам покупаем наборы и предоставляем одиноким пенсионерам. Огромное им спасибо, потому что здесь ни на минуту не прекращается обстрел, и низкий им поклон. Спасибо большое за все. Дай Бог всего благополучного и хорошего. И тишины и миру везде. Стреляют сильно? Стреляют сильно? Ой, день и ночь. Нема спокою, уже отак нас трясе от этих стрельбищ. Кошмар. На нервы все это действует. Вот за эту зиму сделали слепые, глухие и дурные, можно сказать. Это ужас один. А что оно такое, я не знаю. Пидешь до врача, тоже ничего. Лекарства ничего не помогают. И вот мучаемся, и все. Ну вот вдалеке, пока мы снимаем, такого еще не было. Относительно никогда. Нескольких километрах отсюда, сейчас периодически стреляют, идет такого бой. Такого никогда еще не было. А вот теперь мы пережили Отечественную войну, пережили голод, но такого страшного не было никогда. Огромное, братья сургутяне, спасибо вам и низкий вам поклон за вот предоставленную помощь.